Ну что ж, здравствуйте, уважаемые подписчики. Думаю, больше в этом году не удастся порыбачить, но душа не выдержит. Видите, сами у меня появилась небольшая возможность, так сказать, это такая типа проталина. На улице плюс стоит. Вот. Короче, сегодня на обзоре у меня палочки с Алиэкспресс длиной 1,68 м, я подчеркиваю, 1,68 м, потому что написано в объявлении на Алиэкспресс, что она 1,86 м. Называется она Викинг S562. Такая палочка, она коротенькая, с двумя хвостиками, один хвостик пожестче, другой помягче. Сейчас поставил грамм, вот, с такой рыбкой силиконовой. Сейчас попробуем чуть-чуть покидать, ну вот так, в принципе, попробуем, тут не выдержало. Будет еще интересно, включусь. Вот, на рыбалку не ходил, лед стоял, холодно было, вот, сейчас опять ветер. Вот, короче, не очень комфортно ловить, ну, попробуем. Всем приятного просмотра. Так, ну что я могу сказать? Первое впечатление. У палочки тест заверен от 1 до 7 грамм. Но это вранье. 7 грамм, конечно, ей не кинешь. Я смотрел палочку специально коротенькую, пожестче чуть-чуть, чтобы была вот для труднодоступных мест. Вот. Ну, пока окунь себя никак не проявил. Ну, оно и понятно. Погода ломается, ветер крутит тут как хочет. Вот. Ну, вот сейчас у меня хлыстик стоит, который пожестче, да. И я хочу сказать, что вот грамм он прям вообще четко отрабатывает, чувствуешь все. Чуйка, конечно, потрясающая в этой палочке. Вот. Хотел еще покороче найти на Алиэкспресс, но не нашел. А так очень даже симпатично получается. Сегодня вообще у меня снасти в основном с Алиэкспресс. Силикон оттуда, палочка оттуда. Катушка тоже. Шарки 2 я себе приобрел. Вот. Хочу сказать, по катушке очень мне она понравилась. Потому что у меня стоит на нафил 0,02, и проблем ни с укладкой, ни с бордами вообще никаких нет. То есть, вот видите, да, гуляет очень даже прилично. Вот. Всех телезрителей своего канала хочу поздравить с наступающим Новым годом, он уже завтра. Я как-то не ожидал, что лето такое будет веселое. И, конечно, ветер боковой, петлю выдувает жутко. Попробую попозже поставить мормышечку где-нибудь там 0,8-0,7 грамм, посмотрим, как она будет отрабатывать. Пока тишина вообще. Уж, конечно, я раненько прискакал. В следующем году будет обзор еще двух палочек. Ну, Тика и Скуп я себе приобрел две штуки, тоже расскажу о них получше, поподробнее, потому что приобрел уже лед стоял. Так покидать-то получилось даже немножко, но, да, это, конечно, не летом потестить нормально. Так по поклевкам пока вообще тихо. Ни тычка, ни зацепочки.
Ну, палочка симпатичная. Кольца средние. Ну, как средние. Для нее, может, крупные. Но я люблю, когда у таких палок кольца нормальные, не уменьшенные совсем. Потому что тогда получается максимально дальний заброс. Хоть не говорю, спорили мы тут, многие говорят, что это все ерунда. Ничего это не ерунда. Трение происходит, оно тормозится. Как говорят, надо ответить. Короче, поменял я в мормышечку. Вот, вот такие уловы пока что только. Палки и все остальное. Взорвался, да. Перепуталась еще вся там. Вот такая мормышка. В ней где-то приблизительно, если я не ошибаюсь, грамм. Вот. И вот такой вот нашел в магазине интересную штуку. Типа мотылика, но не мотылик. Ну, пока что тихо, что-то. Погода. Тоже все, 5-10, по ходу дела. Да. Но хочу сказать, палочка чудная. Мне очень нравится. Где-нибудь с лодочки, около кустиков с берега половить. Будет интересно ей. Вот, что хочу еще сказать. Забыл. Палочка весит до 70 грамм. Вот. И катушка с леской. Ну, в общем, все вместе порядка 250 грамм. Вот. Так что заказывайте, не бойтесь, как бы вот проверено рыбку. Я в прошлый раз на нее пару штук умудрился поймать. У меня там обзорчик был, ротанчик, окунишка. Вот. Так что палочка такая веселая. Кто любит крутыши, то в самый раз. Здравствуйте, здравствуйте. Не ожидал? В общем, мораль этой басни такова. Ветер метров 5, наверное, в секунду. Сильный боковой. Сейчас вот я перешел на другой берег. Ну, брать вообще отказывается. Я уже мормышку с мотылем Бертли поставил. Не хочет. Вот еще раз показываю палочку. Альблеу какой-то викинг 562. Все на Алиэкспресс. Катушка Шарки 2, полторашка. Работает отменно. Палочка тоже. Мормышка сейчас у меня стоит где-то 0,8 грамм на жестком. А, стыль продается с двумя хлыстиками. Один помягче, другой пожестче, но отрабатывает четко. Как бы такой хороший коротыш, очень хороший. Конечно, не было бы ветерка, было бы, наверное, посимпатичнее. Может быть, даже удалось бы что-нибудь поймать. Но я так чувствую, что рыбу сегодня брать не будет. Сейчас еще попробую, конечно, помучаюсь маленько. Веточка. Вот такая рыба сегодня клюет часто и много. Пока что больше ничего такого путного с хвостом и с плавниками больше не попадалось. Еще раз повторюсь, всех поздравляю с новым наступающим 2018 года. Пускай нам земляная собака принесет побольше рыбки в следующем году. Надеюсь, сетейников и электроудочников станет поменьше. Очень хочется в это верить, но это надеяться. Ох, ё-моё.
перчатки даже одел. Руки мерзнут, старый, конечно. Да. А, леску наносил 0-0-2, ну я уже по-моему говорил. Ладно, уважаемые телезрители, буду заканчивать, наверное, свое видео, потому что рыбу брать отказывается. Сейчас, конечно, попробую еще что-нибудь. Ну, я думаю, что если уж на мотыля не идет, то да, с таким ветром это сложновато ловить. Всем счастливо!